Здравствуйте, дорогие мои друзья, все мои подписчики, все, кто просто смотрит мои видео. Ну, в общем, всем хай, привет, хеллоу и так далее. Вот мой обзор на вот такую вот фигнюшку, няшку, шмяшку. Не знаю, как это вообще позвать. Пуфик такой. Но назвала я его все-таки именем своего кота Мурзик, потому что вот... Вот оно сидит, мое чудо полосатое. Ну-ка, поверни голову. Так, вот, видите? Одно лицо. Вот. Очень похоже, мне кажется. Вот. Поэтому я, когда его купила, сразу же, у меня сразу же возник Мурзик в голове. Вот. И поэтому я это чудо назвала Мурзик. Здесь на этикетке ничего не написано, но это у нас из игрушек один из друзей Юху, его друзья, есть такой мультик. Вот, моя племянница тоже его любит, я все серии уже посмотрела этого Юху из первого сезона и второго сезона. Вот, теперь я показываю этот мультик племяннице, она постоянно ей спрашивает, что будем смотреть, она кричит, Юху, 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 все. Теперь у нее только Юху тоже. Я даже своей племяннице дарила какой-то... большую такую же Юху, там был обезьянка Саня. У меня такая маленькая, по-моему, есть обезьянка. Я ей большую купила. Есть просто 12 сантиметров игрушки такие маленькие. Есть 20 сантиметров, чуть побольше. Есть очень огромные вообще, как ты видела, Юху самого. Наверное, сантиметров 70 точно был. Там, ну, вообще прям, ну, игрушка прям, то есть не унести. Ширину там нет, сантиметров 50 и высоту еще сантиметров 70. Ну, то есть они Юху бывают разных размеров. Ну, мне нравится 12 сантиметров, ну или хотя бы 20. 20 сантиметров у меня вот есть лисичка Руби, которая, и Лемми еще 20 сантиметров, потому что я не смогла найти Лемми 12 сантиметров и купила его хотя бы 20 сантиметров. Вот. Вообще, я тоже собираю эти игрушки Юху, потому что мне очень нравятся они, особенно мультик, вообще прям мультик самый вообще потрясающий. Они такие няшные там в мультике, особенно мне нравится лисичка Памми, которая белая, вот она вообще самая красивая. Если вы хорошо посмотрите дальше все мои обзоры, вот на YouTube здесь, в Одноклассниках в моей группе и ВКонтакте Кукол Ever After High, там есть мои обзоры этих игрушек. Особенно есть обзоры этих игрушек на YouTube. Канал называется Котенок Кэт. Вот. И там есть обзоры на мои все игрушки Юху, которых я тоже собираю. Вот, нашла вот такую еще игрушку. Пройти мимо я вообще никак не могла, потому что, ну, это няшность, вообще няшная такая. Меня зашкалило прям, я взяла ее и все с полки, и пошла на кассу. Ну, я его купила в Бубльгуме, потому что туда я ехала вообще кукол каких-нибудь искала. Нашла, конечно, две, но в других магазинах я купила. В Детском мире и Дочка к сыночках. А в Бубльгуме я приобрела вот такую вот няшность. Хоть это тоже Юху и его друзья, то есть не сам Юху, Юху сам другой совершенно. Посмотрите в Гугле, напишите Юху и его друзья, или просто Юху. Это Юху, это обезьянка Галага, такая маленькая. Вот. Юху бывает с розовым хвостом, а синим, как он в мультфильме, и еще бывает с зеленым. Вот у меня зеленый хвост, потому что синим я тогда не смогла найти, а потом, когда я уже купила с зеленым хвостом, уже в Детском мире нашла синим. А мне хотелось с синим хвостом. То есть. Ну, ну и ладно, он все равно Юху, есть Юху. Вот. Их выпускает... самых оригинальных, которые выпускает фирма Аврора, которая истинный Юху, но они стоят дороже. Они стоят 550, по-моему, или около 600 рублей. Еще выпускает друзья Юху, Юху такая фирма Ту, или Той, не знаю, тут Ту написано. У меня из этой фирмы Ту тоже есть игрушки Юху и его друзья, тоже очень много, которые я купила очень дешево. Они вообще стоят около 200 рублей. Вот эта фирма, она подешевле немножко. Но это тоже Юху и его друзья. Потому что... Почему? Потому что у них вот такие глаза. У всех, у кого такие глаза, у мягких игрушек, это и есть друзья Юху. Вот. Здесь не написано, кто это. Вот. Такие вот сердечки у него были, которые я сейчас обрежу все.
Ну, судя по игрушке, это... Я вообще думала, что это... какая-то лисичка, что ли. Вот. Но... Потом подумала, может быть, что это леопард, потому что, видите, или тигр, потому что, видите, ну, по окрасу как. Здесь ничего не написано, поэтому я даже не поняла, кто это. Думаю, ну, ладно, Мурзик так Мурзик. Вот. В чеке я прочитала, что написано «щенок». А теперь я даже и понимаю, что это действительно может быть щенком, потому что вот у меня тоже есть вот из друзей Юха. Но он маленький, правда, это у меня щенок для кукол. Тоже он понравился мне, я его купила. Мне кажется, это одно и то же. То есть вот этот и вот этот. Но вот этот щенок розовый, это чихуахуа порода собаки. Щенок такой. Значит, это тоже чихуахуа, просто она вот такая вот желтого пятнистого цвета. Вот. Ну, вот такие вот у меня няшности появились теперь. Вот. Теперь у меня это, наверное, любимая игрушка будет вообще прям. Я аж оторвать глаз не могу. Прям расцеловать и съесть хочется. Посмотрите, какие у нее маленькие, ой, большущие, огромные, милые глаза. Прям тут заглянешь туда и все, и утонешь. Мняшка такая. Мняшка, свиняшка. Вот. Значит, вот такая вот у меня няшка появилась, которую назвала Мурзик. Ну, щенок так щенок, пускай будет щенком. Мурзик тоже может быть щенком. Вот. У меня тоже кот. И курица, и собака, и все на свете. И чупакабры я его называю, и котлеты, и булочка, и индюшкой. Вот она, чупакабра сидит. И еще это у меня крот, енот и, в общем, все на свете. Вот. Ну и вот тоже такая же. Мне кажется, они одинаковые в основном. Ну, только это поменьше, это побольше, и они разных цветов. А так на вид, на первый вид, они одинаковые, поэтому мне кажется, все-таки что-то щенок. Вот. Вот этого, кстати, щенка у меня зовут, по-моему, Чип, если не ошибаюсь. Он появился у меня первый. Вот. Там еще, кстати, сидел у кого как-то так уши были, вот так вот заломанные. Один был вот так вот, ушки были. Вот так вот. Я его сначала взяла, потом смотрю, торчат вот эти вот уши из всех, там их много сидело, и я взяла этого. Потому что, ну, мордочка мне у этой игрушки больше всего понравилась. Их там много сидело, но у них как-то вот так все заломано было. А здесь прям ушки такие торчащие. Видите, вот, даже вот у этого вот ушко загнутое. И даже если вот так выгнуть, оно не будет стоять. Оно рано или поздно вернется. Вот. Я не люблю, когда вот так вот у игрушек загнуто все. Вот. Некрасиво, когда вот так загнуто. Поэтому я вот взяла вот это вот щенка, у которого уши торчали. Вот. И вот он вот так вот сидит на попке. Лапки у него впереди находятся. Здесь у нас сиреневые ушки блестящие, большие глаза, как у всех юх у его друзей. Там у него блестки внутри еще. Сиреневый носик коричневый. Хвостик вот такой маленький. Ну и сама игрушка вся вот такая вот желто-пятнистого цвета, как леопард почти. Вот. Здесь даже есть вот желтые цвета, коричневые немножко темно, и вот белые есть. Вот такой вот симпатяшка щенок. Няшка симпатяшка.